Что можно сказать по внешнему виду бывшего прокурора Калифорнии в предвыборной гонке Камалы Харрис? Ну, я просто уточню, она в вице-президенты идет. Мимика, гардероб, постоянный гомерический гогот на неудобные вопросы и тому подобное. Они сэкономили на тьюторах для нее или просто решили не напрягаться и использовать этот год как разминку для ее президентской кампании в 2024-м. Евгений Николаевич, вам слово. Да, но я видел ее несколько раз всего, вот эта безобразная тетка. У нас бы назвали ее провинциальной хабалкой, но там, наверное, немножко другие у вас местные такие определения для подобных. Чрезвычайно низкого уровня культуры. Ее используют для привлечения голосов цветных, но не знаю, насколько это будет способствовать, сложно здесь сказать. Я думаю, что да, готовят не столько ее, готовят, но он же недееспособен, могут вообще готовить какую-нибудь Обаму. В целом, Трамп может вообще в худшем сценарии, а мы даже в реалистичном, стать последним американским президентом в Америке. Американским я имею в виду из тех, кто основал США как великую державу. И это катастрофа. Подмена населения – это самое страшное, что может быть в США и Европе. И не надо мне там говорить, что Америка – страна иммигрантов, потому что Америка – страна иммигрантов, только надо понять, каких страна иммигрантов. Да? Вот. А посмотрите на Либерию, посмотрите на Америку. Все очень просто. Я даже не хочу много слов на это тратить. Вот. И вообще печально, что я вынужден в 21 веке обсуждать такое уродство. В приличные времена это существо не пустили бы в приличный дом с ее поведением. А вам не кажется, Евгений Николаевич, забавно, она в прошлом прокурор, что-то про права человека говорит. Я напомню, что прокурор – это человек в силу специфики своей работы, да в любой стране мира, это тот, кто запрашивает тюремные сроки, потому что, ну, в общем-то, структура, в которой она работает, этого требует. Да. И поэтому, да, когда она вдруг неожиданно начинает включать правозащитную риторику, это примерно как сейчас бы сказали, что Лукашенко – это ведущий демократ. А Владимир... Да, очень может быть, да. У нас в России есть Москалькова, она, по-моему, даже генерал. Генерал по правам человека. Генерал, да-да-да, генерал по правам человека. Потрясающе. Вот здесь то же самое, да, здесь то же самое. Ну, наш, конечно, помощнее будет физически. Это просто болтушка. Понимаете, я вот что я не люблю обсуждать абсолютно очевидные вещи. Да, что уже обсуждать? Слова, понимаете, слова закончились. Вот сейчас в Вене идет война, в Париже идет война, в США идет война. Это смешно. Вы обсуждаете как нормальный, что вот заколачивают 5-е авеню, заколачивают улицы, заколачивают внутри, как будто внутри война. Слушайте, я открою вам страшную тайну. В Париже, когда вошли немцы, никто не заколачивал витрины, а все открывали витрины, потому что пошла, наконец, бойкая торговля и преступность снизилась. Это просто объясняю, да? Вот, открылись все театры, и книга... Знаете, что книгоиздательство при Гитлере в Париже было в 5 раз больше, да? Вот это были плохие оккупанты. Это было при плохих оккупантах. А теперь посмотрите, сравните с оккупантами сегодняшними, при которых закрывают витрины. Это еще хуже, значит, чем были гитлеровцы, да? Поэтому нужен новый Нюрнберг, но уже над левыми фашистами. Вот в чем дело.